Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это квадрокоптер. Сейчас распечатаем его. Сейчас распечатаем его и посмотрим. Так, добирался он сюда довольно-таки быстро. Вот так вот выглядит. Не могу тут сейчас показать более. Вот такой вот квадрокоптер с сайта GearBest. Так, давайте снимем этот целлофан. Достанем его с коробки. И посмотрим, как он выглядит. Коробки больше ничего нет. Вот сам квадрокоптер и пульт управления. Вот такой вот пульт. Так, здесь у нас еще коробки с пультом, еще шнур. Кабель, я так, еще какие-то лопасти здесь запасные, я так понимаю, для зарядки самого квадрокоптера. Сейчас я его достану. Вот такой вот маленький, вот такой вот маленький квадрокоптер. Так, стоимость его получилась около $12. Добирался сюда он 3 недели где-то ориентировочно. Здесь вот видим питание. Так, ну и сам пульт закручен. Сейчас попробую раскрутить его. Нет, не получится раскрутить у меня его. Ну, в общем, вот такой вот квадрокоптер. Проверю в описании и напишу, как работает. Кому интересно, скину ссылку. Так, здесь вот здесь вижу одна как пружинистая работает, а вторая непонятно. Ну, в общем, с этим надо разбираться. Буду разбираться. Отпишу в комментарии, в описании, как работает. В принципе, это я второй раз заказываю квадрокоптер. Первый раз не пришла посылка, вернулась. И второй раз я заказал, опять же, на сайте GearBest. По цене довольно-таки неплохой, при том, при всем, если использовать бонусы. В общем, вот такой вот квадрокоптер. О работоспособности в описании. На этом все. Всем спасибо. Пока.